Для приготовления вкуснейшего салата с селедочкой нам потребуются следующие продукты. Селедочка, отварной картофель, сыр, яйца, зеленое яблочко, фиолетовый лук и майонез. Количество ингредиентов смотрите в описании под видео. Для оформления салата нам потребуется немного кетчупа, немного черных маслинок и немножечко сыра сулугуни, который заплетен косичкой. Для того, чтобы сделать первый слой салата, натираем на терке отварной картофель. Из картошечки, натертой на терке, на блюде сформируем силуэт снегурочки. И этот силуэт слегка промажем майонезом. Селедочку очищаем от костей и измельчаем на мелкие кусочки. Распределили селедочку по контуру фигуры. Слегка смажем майонезом, чуть-чуть. Здесь все равно как. Это все внутренние слои. Теперь нам потребуется фиолетовый лук и уксус. Лук замариновали уксусом. Дали ему настояться в уксусе, уксус слили, а лук промыли водичкой. И вот этот лук маринованный разложили следующим слоем по нашей фигурке. Смазали лук майонезом и немножечко размазали. Следующий слой будет из зеленого яблочка, и сверху яблочка мы натрем чуть-чуть сыра. Мы посыпали тертым зеленым яблочком. И сверху посыпем немножечко сыром, совсем чуть-чуть. Следующий слой – это натертые желтки. Желтки сверху промазали майонезом. Для того, чтобы окрасить шубку снегурочки, нашей фигуры, нам понадобится вот такая капуста фиолетового цвета и белки. Вот так натерли капустку фиолетовую. Добавили туда 1 столовую ложку кипяченой водички. И сейчас отожмем из нее сок, натрем белки и польем белки этим соком. Вот так соком от капусты окрашиваем белки и закрасим все белки. Белки пусть настаиваются, а мы пока займемся оформлением лица. Для этого вырежем пластиночку сыра, кругленькую, овальненькую, вот такую. Нам понадобится вот такой сыр сулугуни, косичкой заплетенный. Сыр сулугуни мы расплетем вот так, на отдельные волокна. Уложим челку из волокон сыра нашей куколки для красоты. Одеваем нашу куколку в пальтишко. Глазки у куколки мы сделали из маслинок. Брошки тоже из маслинок. И носик тоже из маслинок. А губы из красного перчика.